современной исландской архитектуры сложились после Второй мировой войны, когда Исландия стала независимой страной. Современная исландская архитектура включает в себя черты как средневековой исландской архитектуры, так и современной мировой архитектуры. В начале 21 века в Рейкьявике были построены первые в Исландии небоскребы Смауроторг и Хёвдаторг. Самые известные архитекторы Исландии – Сигурдур Гудмундсон и Гудьо Самуэльсон. Главными жемчужинами исландской архитектуры являются кафедральный собор Рейкьявика, свободная церковь Рейкьявика, Хадель Гримскиркья, церковь Акюрейри, Перлан, городская котельная, Хёвди, старинный особняк, расположенный на севере Рейкьявика, Бессастадир, резиденция президента Исландии, и другие. В Исландии, конечно, развита и скульптура. Эйнар Йонсон был, пожалуй, первым и, может быть, единственным исландским скульптором, который известен за пределами Исландии. Его произведения можно увидеть на многих улицах и площадях не только Рейкьявика, но и других городов страны. Создан музей Эйнара Йонсона, располагающий собранием оригиналов и копий его работ. А среди скульпторов 20 века известны Сигур Йон Олафсон и Аусмундур Свенсон. Последний работал как в фигуративной, так и в абстрактной скульптуре. Главной темой его работ является отображение событий повседневной жизни и современных ему технических достижений, а также таинственный мир исландских саг, например, памятник Сэмунду Мудрому и дьявольскому тюленю возле здания Исландского университета в Рейкьявике. Еще один исландский скульптор Рикардур Йонсон прославился своими деревянными резными скульптурами и портретами. Случайная статья. Объект 22 на маяке.